Монета 5 рублей, 1991 года, СССР. Ленинградский монетный двор. На реверсе монеты прописан номинал, крупной цифры 5. Под ней одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы, надпись «рублей». Ниже под горизонтальным разделителем в виде двух разнонаправленных линий с логотипом монетного двора посередине, вот логотип ЛМД, Ленинградского монетного двора, указан год чеканки, 1991. Слева полукругом пшеничный колос, справа также полукругом дубовая ветвь. Пшеничный колос символизирует богатство и изобилие, дубовая ветвь символизирует мир и силу. По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе монеты в центре изображение Спасской башни Московского Кремля и частично перекрывающего ее купола Сенатского дворца с развивающимся флагом. По окружности надпись, обозначающая эмитента, выпуклыми буквами «Государственный банк СССР». Аббревиатура СССР находится между двумя точками. По окружности виден четко выраженный кант. Гурт монеты прерывисто-рубчатый. Изготовлена монета из мельхиора. Магнитными свойствами не обладает, не липнет к магниту. Вес монеты 5,3 грамма. Диаметр 24 мм. Толщина 1,6 мм. Чеканили монету на Ленинградском монетном дворе. Тираж неизвестен. Средняя цена монеты от 3 до 100 рублей. Вот такой монетный брак в желтом металле, так называемая перепутка. Изготовленная на заготовке из желтого металла. Вес примерно от 4,26 грамма до 4,41 грамма. Вот такой монетный брак в июле 2012 года, аукцион, проводившийся на Самарском нумизматическом форуме, завершился на сумме 32 тысячи рублей. Конкретно эту монету, которая представлена на иллюстрации, продали в 2016 году за $1700.